Всем привет! Бальзаковский возраст потихоньку отодвигают к 40, а 30-летних называют политкорректно молодыми женщинами. Но справедливости ради надо сказать, что за 30 это уже и есть бальзаковский возраст. Женщина с удивлением обнаруживает, что после 30 она не становится серьезнее, не толстеет, не седеет и вообще как бы ничего не меняется. Ей по-прежнему дают при знакомстве 21. Она себя прекрасно чувствует, она все про себя знает и научилась ценить себя как главную ценность. Если и вы увидели ценность в этих молодых и интересных женщинах, ставьте лайк и пишите комментарии. Приятного просмотра! Ну а на этом у меня все. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!